На учения были привлечены силы и средства гарнизона Минской области, Минского района и города Минска. Всего на учениях было задействовано 26 единиц техники. Данные учения очень важны для взаимодействия двух гарнизонов, и объект был выбран достаточно сложный. 20 тысяч квадратных метров составляет этот большой склад, разделен на 5 секторов. Личный состав на учениях с поставленной задачей справился, замечания разобраны в конце.